Всем привет, ребят, вы попали на канал Влад Падлу. Тот самый ютубер без видосов. Те, кто меня забыл, это я, Влад Падлу. Я когда-то снимал World of Dota довольно-таки долго. Вы, скорее всего, из-за нее на меня подписались. Не отписывайтесь, пожалуйста. В общем, бро Dota. Сегодня играю со своим легендарным подписчиком Ванус. Не буду его оригинальный никнейм говорить. Бродота. Новая кастомка, которая имеет большое количество сейчас онлайна. Вышла в прошлом месяце, как я понял. Сыграл уже одну игру на стриме. Вроде прикольно. Сложность ставим нулевой. Короче, я не знаю, что тут надо делать. Просто выберем персонажа. Так, играл на дровке. Оно у меня второго уровня стало, кстати. Я могу купить? А, я просто могу купить Руренео Зоро, да? Sorry, тогда я буду, ну, естественно, на Руренео Зоре играть. Зачем играть на ком-то другом, если есть Руренео Зоро? Хотя вот этот Кент мне больше нравится. Тут довольно все анимешно, так сказать, аниме пробралось и в доту, подготовиться. А, не выбрана способность, сори. Горение, шанс двойного удара. Чего мне дали дровку? Ну тогда я буду на дровке играть. Это мой выбор. Ну, кстати, дали мне белку. Ну ладно, в Next тогда запишу Руренео Зоро. Играем мы на дровке. На стриме я дошел до 20 раунда. Честно говоря, не знаю, что можно рассказывать на протяжении. Не знаю, сколько будет идти видос. Но единственное, что я точно понял, я плюс-минус чуть-чуть разобрался, что и кто нужен. Это у нас дополнительный урон, кстати. Тут у нас есть Witch Doctor. Шаман Блудсикер. Тут белка Мирана. Скорее всего, пойдем через охотников. Пойдем через охотников. И, короче, смесь игры. Я не знаю, для тех, кто, может быть, не знает. Как я понял, буду говорить от того понимания, как я понял игру. Очень много наколлаборированных кастомок. По типу хаоса, где ты дефаешься от мобов. По типу авточеса, где у тебя есть абилки, артефакты. Все это комбинируется, все это создается. Если вам понравится, то обязательно, естественно, ставим лайки. Вот подписочка появилась. Кстати, мне нужен и Блудсикер, и ВР-ка, да? ВР-ка. И Блудсикер мне надо. Тут я пока ничего брать не буду. У меня рубящий урон минус 70%, магический урон минус 70%. Ну и пускай. Так. Что я говорил? Если вам понравится, ну буду снимать. В принципе, как только я перестал бегать на ВСД, а переключился на вышку, играть мне, понравилось. Клопу я не смог убить. Будем повышаться. Тут есть очень много всяких веток, шмоток, прокачек. Довольно все интересно. Выглядит все такая жесткая гринделка внутри доты. Поэтому все зависит от вас. Будет актив, будут и видосы, я думаю, поснимаем без проблем. Так, а тут шаманчик, да? Шаманчик связывай. Так, ну у меня есть шаманчик еще один. ВР-ка, белка, снайпер, надо запомнить. Эти мне все не надо. Ну окей, давайте возьмем пока его. Возьмем прокруточку. Хорошо. О, ВР-ка, кстати. Переходим в Next. Чук-чук-чук-чук. Ну да, конечно, на ВСД бегать вообще, ну чисто шлэк. Чисто шлэк. Но вот бегать так довольно-таки нормально. Хотел бы спросить, ребята,
у вас настроение? Кто по мне скучал? Кто ждал видосов? А, кстати, вот довольно-таки актуально, так как я могу пропадать. У меня есть Telegram и Discord. Там я чаще всего, ну, чаще всего в Телеграме пишу. А так... Давайте преобразуем. Сразу два шамана, четыре шамана. Пять шаманов. Просто шаман пятый на... В каком? На третьем круге? Ну тут мне никто не нужен. А, надо было покупать чуть раньше. В общем, интересно. Интересно. И что самое главное, можно кастовать где угодно. Возможно, кастомки уже починили, я об этом просто не знаю. Если вам зайдет, я бы, в принципе, даже и поиграл бы в World of Dota. Какое-то у меня с появлением этой кастомки прям появилось желание. Также, если захотите, я могу выложить видос моей первой игры, где я просто сижу и ничего не понимаю. Тоже довольно-таки забавно было это на стриме. Людей там было мало, поэтому точно никто этого не видел. Можно пока, в принципе, фуру взять. Кто еще друидом считается? Подожди. Инча... Угу. Не знаю, можно ли так агрессивно на самом деле делать? Вайпера тут нет, белку возьмем. О, бутсикеры, кстати. 76. Ладно, апнем до талого тогда верку. Я, наверное, воскрешение все-таки возьму. И не только я возьму, кстати, воскрешение. Мы оба захотели. О, мы вместе? На боссах мы вместе? Я не знал. Вон тибер какой-то. А почему мы сейчас вместе? Или мы всегда были? Не, мы никогда вместе не были. Он чисто такой маг. Так, ну Блудсикер пока у меня, кстати, ВРК, вот вроде у меня пятая, а Блудсикер первый, но он наносит больше всего урона, а я его заигнорил. Можно по наглекции сейчас поиграть. Не знаю, если тут, ну, нужда прям убивать много мобов, ну шаманчик связывай, конечно, нормально урона наносит. Ладно, пускай будет. Welcome to the secret shop. Welcome to the secret shop. Ладно, возьмем. Пускай будет. О, Мирана, кстати. Мирана мне нужна. А, у меня персонаж, я, видимо, играю на нем, просто он все равно как дровка выглядит. А в чем тогда смысл был, я не понял. Сейчас хочу чекнуть кое-что. А почему на шестом раунде были вместе, босса вроде не было, боссы по десятым веткам идут. Ну и ладно. Я думаю, следующим играм уже разберусь чуть более. Чем-то мне напоминает, как только я начал играть в авточес. Очень интересно, но ничего не понятно. Волосы как-то так кринжово лежат. Будто я это... гель-лаком их смотал. Поэтому ладно, не осуждайте меня. Так уж и быть. Спасибо большое. Так. Ну, контента наваливаю плотного. Гринделка, за которую вы заслужили. Так, Фурион... Фурион. А мне нужен снайпер. Это кто у меня остался? Снайпер, дровка или медуза?
белка. Больше не могу его взять. Не знаю, есть ли смысл тем, что я сейчас занимаюсь? Будет, короче. А, я хотел, кстати, чекнуть снаряжение. А, все есть. Кстати, еще шмоток нападало куча. Не знаю, откуда они падают именно, но пускай будут. Да, этот раунд выглядит довольно легким уже, как будто для второй игры, но... Я все-таки не стал киберспортсменом по данной дисциплине за одну игру на стриме, поэтому мне еще простительно. Но я думаю, в next время будем уже усиляться. Мирана очень много урона наносит. Бусгерзер вообще 0 урона наносит. А ВРК топ-1. Как это работает, вообще непонятно. Надо в следующий раз не вейдить, а набирать максимально. Хотя дальности чуть-чуть возьмем еще. ВРК у меня на пределе. Инча, кстати. А, инча она и так с Фурионом идет. Тролль это убийца у нас, я уже запомнил. Я чую кровь. Даровали мне силу. Так, девятый раунд. Next будет боссы, но боссы такие довольно-таки легкие. Я так понял, на десятом мы тоже будем вместе. Кстати, когда я в игру зашел, я думал, кастомка сегодня вышла. Она в том месяце вышла. И еще я слышал, они очень какой-то дикий онлайн был на уровне 20 тысяч. Ну, китайцы как будто очень любят такие игры. Это прям, и это их как будто стихия, вот в такие кастомки играть. Максимально гриндельные такие. Кучей правил, с кучей каких-то форжиков. Всего остального они прям такое как будто должны очень сильно любить. Я сейчас раунд закончится, я волосы хочу уложить. Я, конечно, не считаю себя гиперкрасивым, но, блин, ну это что-то вообще кринж. Они когда вот так лежат, то, блин, вообще какой-то кринж. Лучше хай торчат, это... О, клоун байк, кстати. О, прикольно, кстати. О, Котл. Котл, give me mana. О, снайпер. Так, ну у меня... О. У. Ну мы прям очень сильные. Я когда играл один, я такого урона не наносил. Прям что-то too much. ВД этот просто так стоит. Либо он просто не показывает эффекты. Но урон какой-то наносит. Я думаю, можно просто вот так встать и все. Можно и не двигаться. АФК игрок. Да, пока довольно-таки легко, но я думаю, после 20 раунда уже не будет так легко. Потому что с Квапой реально было в соло очень сложно справиться. Да, и на 17 уровне там тоже уже весело становится.
Стрелковый урон минус. Пропустить. Преобразовать. О, рубящий урон. О, снайпер, кстати. Снайпер, снайпер. Миранка. Так, а у меня из охотников осталась медуза и дробка. Но если что, я тогда просто их допродам. И попробую максимально уйти в охотников. Ой. Не-не, мы хотим вернуться. Что тут система со шмотками очень интересная. Надо тоже в ней довольно-таки разобраться. Но в топе уже все китайцы. Хотя вроде говорят, им и не дают играть, да? Есть такая информация. Но они как-то пробираются. Может быть, они через телефон играют. Не знаем, что у них там китайцев. О, сундучок, это нам надо. Фарм зеленых камней идет плотно, кстати. Спускаемся вниз. Ну, пока кажется вообще все так легко и просто. Ну, поначалу мне тоже так казалось. Но, возможно, из-за того, что шмотки я делал, действительно стало чуть-чуть все по-другому. Кстати, квапа. А, мне не нужна квапа, кстати. Ой, а там, возможно, были... О, медуза. Медуза. Шаманчик. Ну... Прощай. Магический урон, восстановление здоровья, дальность плюс 1%. Ладно, давайте покрутим. Мне надо осталось дропка, получается. Снайпер. Мирана, Мирана. Снайпер. Снайпер четвертый, кстати. Ваш текущий здоровье будет усилено до уровня усиления силы. А так. Ну все надо, во всем надо разбираться. Так, конечно, с секунду и не поймешь. Сейчас надо усилить на моих. Ну да, урона очень много. Я раньше эти... Так, башни подходил, я их не убивал, стычки. Видимо, шмотки действительно очень сильно роляют. Ну, довольно интереснее будет. Моя вообще первая игра, вот, когда я зашел не в лобби, а именно зашел в обычную игру. Зашел в какой-то суперсильный режим, где ребята уже играют опытные. Меня... Я просто только появляюсь, моб мне тычку дает, и я умираю. Это было мое первое впечатление об этой кастомке. Я даже не понял, что произошло. Эти снайперы уже наносят больше всего урона. И медузы. Градация их уровня реально роляет очень сильно. Надо дровку вытащить. Кстати, пятый снайпер. При ранении это нормально пойдет. Миранка. Четвертая, кстати. Медузка. Ага. Зачем я заролял? А можно ли закрепить? Можно. Супер. После 18 раунда получите 24 защиты. Очень интересно. Так, мы пока на 13 раунде, кстати. Кто не знает цифр, я вот вам буду говорить. Довольно-таки важная информация все-таки. Снайпера я успел, да, уже усилить, он пятый у меня. Казалось бы, зачем у меня на на шапке канала Рорено Озоро? С этой кастомкой вопросы отпадают.
Все довольно интересно, какие просмотры у этой кастомки. Насколько людям она интересна. Потому что если она будет интересна, я не знаю, насколько сейчас актуально на YouTube World of Dota, но это уже два разных пула просмотров. Магический стрелковый. Один разок. О, бабулькин. Блин, сила атаки 24%. Мне не хватает вообще к понты. Могу ли я что-то продать из этого? Этот на нет, да? Вот так сделаем. Просто магло и папку возьмем. Он, кстати, конь. Я думаю, тоже воскрешение возьму. Потому что я не знаю, что будет потом, а хочется дойти максимально дальше. Будут сердечки. О, мы опять, кстати, попали с ним вместе в 14 раунде. Не знаю, в чем этот раунд имеет какую-то уникальность. Так, но мне надо дропку найти. Это моя прям задача. Пули летят у меня, конечно, со всего, чего только можно. Кстати, снэпфайр вообще не качанная рандомная бабуля, а по урону топ 2. Вопросы есть? Вот вам и Snapfire. Кстати, еще плюс этой кастомки, я хоть где-то могу побегать на аркане дропки. Ванус начал больше меня мобов убивать. Так вот. Oh, 1200. Давайте вот так возьмем. Траксис. Еще разок. О. Не, ну выглядит вообще супер красиво. Честно, покупаю все, где плюсы дают. Где минусы. О, у меня какой-то щит появился. Наверное, связано с тем, что у меня. Они все собраны. Или это блок урона, типа пару тычек. Потому что эта единичка не приходит. Так, ну пока я прям легко. Прям очень легко. И не проблем никаких. Как будто легкость для меня сейчас очень легкая. Ну посмотрим. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае скейлы идут. В любом случае. Ну, то есть, в прошлый раз, когда я играл на этой сложности, мне уже на этих раундах моментами прям сносили лицевую часть. О, конечно, подобрать. Ого. Одну прокрутку. Энигма. Еще одну прокрутку. О, это, кстати, пятая будет. Вот это, кстати, тоже заблочим. Тоже заблочим, выглядит прикольно. Ну да, это тычки, это явно тычки. Но пока я могу прям на них бежать, прям уверенно, я никого не боюсь.
Я просто бегу в них по факту и все. Без страха. Ну тоже надо не расслаблять булчаны. В любую секунду мобы могут меня начать пробивать. И это, как всегда, в таких играх наступает рандомно. Ты просто сидишь-сидишь, а потом тебя сносит лицевую часть. Поэтому я не буду расслабляться. 2 секунды, мобы. Так. Давайте вот так. Я готов. Так, ну баб ходника какого-то как такового нету. Кстати, опять вместе. Эту вышечку сразу сломаю. Хотя вот Ванусу урон проходит, причем плотный. У него вот так прям пол столба отлетело. Хотя у меня вообще все comfortable. В чем разница? Пока don't understanding. Но идем на мой мини-рекорд. Копу я так и не прошел. Но первых боссов, которые вот были урсы, в прошлый раз соло, я прям до конца раунда бил. А тут я прям просто к ним подошел, и они на развалочку дали. Он чистый маг, у него прям видно Котл, Джакир. О, видели? Урон по мне был. Был урон. Welcome to the secret shop. Welcome to the secret shop. Добро. Давайте, наверное, вот это заблочим. Ну, да как, кстати. В чем разница? Сейчас на чем проценты еще эти? Так, ну мы переходим на 18-й. Сейчас осталось 2 раунда, и дальше, по идее, будет намного сложнее и интереснее. Как резко она начала урон наносить. Просто, ну, невозможно, ну, не залочить маску какаши. Поймите меня тоже правильно. Не часто так в жизни вам дают маску какаши поюзать. Кстати, 29 уровень у меня. Ну, пока вообще гипер легко. Я прям удивлен, насколько легко. Кстати, ребята, которые вот на данный момент еще смотрят и играют в кастомку, обязательно пишите свои мысли, идеи, как вы играете. Чё мне узнать? Так, переработать тоже мне сегодня. Так, 2000 у меня уже. Вот это, наверное, надо обязательно брать. Медуза. Дровку я прям одну только выбил. О. Хотите о. Гордость своего народа? Данил Нанылыч получается. Нанил сразу два раза. Так, отлично. 19 раунд, минута. А если я просто вот стану в центре? Ну,
Ну это как будто уже обозначает, что довольно легко. Ну ладно, сейчас я думаю, с клопой уже не будет так легко. Хотя, возможно, шмотки, которые я делал после первой игры, реально настолько сильно влияют. О... Ну вот Вану заварил, они записывали на другой канал эту кастомку. И они дошли до 20 раунда. Ну мы пока, я не знаю, на какой сложности они играли. Если не записывали ее первый раз, вряд ли они взяли максимальную сложность. И они не прошли 20 этап. Вот сейчас я заодно... Я хочу... Роковой урон. Какой варик сейчас я выбью ее? О! Супер, залочим. То есть, где она у нас? Снаряжение, вот. Прям шмоток насыпало плотно. Я по оружию... А, ну я понял, экипировать можно будет... Прям... Ну прям не сложно. Ага. Понял, зря базарил. Довольно-таки есть своя сложность. Если ультой попало, то нормально урона нанесу. Ух ты. В одну секунду она ко мне подошла, и просто миллиард урона. Опа, соляру завез. Сложность 1, победа. А, ну то есть 20 раунд это является победой. Супер, поздравляем. Мне насыпало довольно-таки много всего. Сейчас тоже поразбираюсь, посмотрю. Поэтому, если вам понравилось, то обязательно подписывайтесь. Будем снимать уже другие сложности. В принципе, вот и все. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell.